500 километр. Стоянка 3 минуты. Да, это не Рио-де-Жанейро. Что? Ничего. Ты что, фельдшер-то? Я хирург. Да мне все равно, хирург ты или фельдшер. Ехал сюда и... Ну, не думал, что встречу человек, который мне понравится. Бабушка, бабушка, господи. Иди посмотри на замужского принца, которого я жду. Знаем мы таких. Замужем? Она? Да какой там? Она принца ждет. Приставил меня к стенке и не дал сказать ни слова. Завтра я уезжаю в Чечню, поэтому ни клятв, ни обещаний я себе не требую. Ты сказал, я должен знать, что мне есть кому возвращаться, а тебе ждать меня не нужно. Я просто буду ждать встречи с тобой. Только ты, Петь, меня не спросил, что мне нужно, а что не нужно. Мы тут посоветовали, посоветовались, наверное. У меня к ней серьезные намерения. Свататься они пришли? Да. Кому? У тебя же одно на уме. Как замуж побыстрее выскочить? Если сейчас сюда не приезжает Максим, выхожу за Грабова. О, дура. Давай распишемся, вот прямо сейчас, можно? Так все и будет. Теперь вы законные муж и жена, так сказать, семья. А вот она сейчас за Петра замуж выходит. Что ты при этом чувствуешь?